Привет всем, друзья! Сегодня предлагаю обсудить еще один проект, который ставит перед собой весьма амбициозную цель. Это решить проблемы Ethereum Network. А как известно, в сети их накопилось немало, и многие участники крайне недовольны текущим положением дел. Посмотрим, удастся ли их решить проекту OneInch DEX агрегатор. До него это пытались сделать очень многие платформы, но особых результатов нет. Итак, OneInch DEX агрегатор решил сразу перейти в наступление, представив пользователям самые лучшие цены на рынке. По крайней мере пока, ведь никто не знает, может появиться конкурент, но пока его нет. OneInch DEX агрегатор может не переживать за свои лидерские позиции. Создан он профессионалами своего дела в городе Нью-Йорк и почти сразу был замечен участниками рынка. Впрочем, это не удивительно, если за разработку берутся настоящие криптоманьяки, которые занимались полным аудитом DAX-площадок и бирж, а также разоблачением скам-проектов. Конечно, такая активность не осталась незамеченной, ведь только профи могут разбираться в нюансах работы криптопроектов и определить, какие из них действительно рабочие, а какие созданы для обмана. Сейчас все свои знания и энергию разработчики проекта, среди которых Сергей Кунц и Антон Буков, бросили для продвижения, предоставляя каждому возможность сэкономить на приобретении и продаже токенов в сети. Фишка проекта состоит в уникальном алгоритме, цель которого – поиск правильного разбиения транзакций. Это означает, что объем токенов, предлагаемых для обмена, разбивается на определенное количество частей. Приведем пример. Вдруг вам захочется совершить обмен 1000 эфиров, и очень хочется сэкономить на транзакциях. Что делает OneInch DEX агрегатор? Он разбивает эфиры на несколько частей, и будут найдены самые оптимальные цены, которые предлагают площадки на них. Можно сказать, что динамический алгоритм и есть основа всего проекта, потому что до сих пор не было предоставлено ничего похожего на рынке. К основному преимуществу OneInch можно отнести ликвидность, которую они предлагают за счет работы с маркетмейкерами. Понимая, что конкуренты не спят, разработчики все время занимаются совершенствованием функций и предлагают новые возможности тем, кто пользуется их услугами. А если не двигаться вперед, обязательно обгонит и захватит лидирующие позиции. OneInch призван решить главную проблему – недостаточную ликвидность на каждой отдельной площадке. Сервис вводит свою ликвидность дексов воедино, используется особая архитектура для агрегации свопов, обеспечивает защиту счетов пользователей, используя смарт-контракты. На главной странице сайта можно покупать крипту, не тратя время на их поиск на других площадках. Подключайте свой кошелек и MetaMask. Всю остальную работу сервис возьмет на себя. Шарахание и метание отменяются. Экономия буквально везде. Экономия на курсе, есть даже экономия на газе. OneInch применяет газ-токен, Chi-Gas-токен. При помощи такого подхода газ при применении эфира по низкой стоимости сохраняется и потом снова может быть использован, когда стоимость опять вырастет. За счет использования газ-токена можно достигнуть экономии до 43%. И самое крутое, сервис не берет вообще комиссионные сборы, хоть один не забирает с пользователей комиссии. Да, и чуть не забыл, проект дает возможность выбирать себе торговые пары, которые вы нигде не сможете найти. Протокол поможет найти пары, если вдруг вы не смогли отыскать для себя подходящие по ликвидности. Вы можете зарабатывать и комиссионные, получая хороший доход. За счет такой структуры OneInch стал таким популярным, а оборот его сейчас составляет более 700 миллионов долларов США. Остается только воспользоваться возможностями OneInch и зарабатывать. Ну а я с вами прощаюсь, до скорой встречи, пока-пока.